сроки на 15 дней. Он рассчитан каждый день употребления. Очень просто его употреблять. У нас небольшой саше. Его необходимо растворить в стакане воды. Он обладает очень интересным вкусом. Брусничным, ведь в нем содержится шведская брусника. И именно вот такого стаканчика достаточно каждый день для того, чтобы уже через 15 дней увидеть в зеркале результат. Причем, знаете, интересный факт то, что керамиды, которые поступают в наш верхний слой кожи из напитка, они восполняют упругость, восполняют защитный слой нашей кожи не только на лице, а в принципе во всем нашем теле. Я сейчас пробую этот продукт, вы его также сможете попробовать 15-го каталога, а вы ощутите на себе это увлажнение, скажем так, снаружи. Согласитесь, мы вряд ли можем себе позволить каждый день водные ванны. Наша кожа теряет до 75 литров воды за месяц. Итак, для того, чтобы чувствовать себя действительно молодо, действительно отлично каждый день, необходим напиток Aquaglow. Спасибо. А результаты, самое интересное, мы оставляем нас напоследок. Результаты, которые вы увидите уже через 15 дней. Через 15 дней ваша кожа станет более увлажненной практически на 25%. Это круто. Как вам такой результат? Хотите помолодеть вас только всего лишь 15 дней? Фитокерамиды имеют свойство накопительного эффекта. Чем дольше вы бьете, тем более защищенной становится ваша кожа. И через 30 дней практически плюс 30% увлажненности кожи. А через 60 дней, ваша кожа станет более увлажненной на 37%. Класс! Просто класс! Кто будет пробовать новый продукт в 15-м каталоге? И на вэдж. Помогает ухаживать за кожей изнутри. Это первый продукт в ассортименте, который можно полностью назвать продуктом будущего, когда мы употребляем ухаживающие продукты внутрь и получаем действительно видимый результат на лицо. Это продукт, который прекрасно поможет работать и с напорами на вэдж, и развиваться еще быстрее с нашими ключевыми категориями. А для того, чтобы рассказать вам о том, как можно развиваться с наборами на вэйдж, я хочу пригласить на эту сцену лидера из Кемерово Алину Иванову. Встречайте!